Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Мерсина Турецкая. Вы на канале Мерсина Мой Блог. Хочу замариновать лук и показать свой рецепт маринования. Прежде всего нужно взять стакан воды, 200 грамм воды. Выливаем. Добавляем сюда 1 столовую ложку без верха сахара. Половина чайной ложки соли. Находясь в Турции, вы не найдете 9% уксуса. Здесь только 4% уксус. Поэтому добавляем в маринад 2 столовые ложки 4% уксуса. Перемешиваем. Итак, наш раствор для маринования лука готов. Тщательно перемешиваем, чтобы растворился сахар и соль. Тщательно перемешать. Пока растворяются соль и сахар, я нарезала лук. Мне нравится, когда лук кольцами. Конечно, его желательно что? Распределить, чтобы не смыкались кольца, а хорошо мариновались. Ну и потом, чтобы удобно было выкладывать на стол. Да, луковые кольца. Очень многие любят лук и луковые кольца. К мясу подается, к шашлыку. Ну и так тоже к любому блюду очень интересная закуска. Многим нравится. Кроме этого, лук нужно добавить укроп. Порезанный мелко укроп. Немножечко перемешать. Получается вот такой красивый цвет. Можно добавить другие специи. Например, перец черный. Да, он тоже будет хорошо дополнять вкус лука. Поэтому мы сейчас поперчим. Еще раз тщательно перемешаем. Смотрите, заливка растворилась, растворился сахар и растворилась соль. Попробуем. Да, очень вкусный такой, знаете, сладко-кисло-соленый вкус. И поливаем лук. Уминаем. Даем ему настояться в течение 40 минут. Можно оставить на ночь и на следующий день подавать к столу. Будет приятный хрустящий лук, порадует ваших гостей. Сейчас я его сложу в баночку и поставлю в холодильник, потому что мне этот лук нужен на завтра. Поэтому мне не надо, чтобы он быстро замариновался. Поэтому я взяла поменьше воды. И, можно сказать, я просто смочила в этом рассоле лук. Завтра он будет готов. Посмотрите, какая получилась красота. Завтра я его вот так вот
взбултыхаю несколько раз. И можно будет подавать к столу. Хрустящий, вкусный лук оценят все мои гости. Готовьте вместе со мной, подписывайтесь на мой канал. Всем хороших творческих кулинарных успехов. До новых встреч!